Всем огурчиков! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. И к чему это было сказано? Да, просто так. Потому что. Собственно, в прошлой серии мы с вами убили босса. Это, наверное, был самый простой босс за всю игру. Я, наверное, даже первого обучающего босса убивал дольше. Ну вот, я, если честно, даже не думал, что я его убью с первого раза. Думаю, ладно, запущу запись, посмотрю, что получится, проведем разведочку. Вдруг убью. А оказалось, что босс оказался изичным. И здесь рядом с боссом был портал. После убийства босса он открылся. И давайте проверим, что же нас там ждет за испытание и что мы за это испытание получим. Кстати, как вы можете заметить, я себе напялил все доспехи Гармония, по-моему, так они называются. И также, кстати, вот это нам уже, вот это мне уже похожее. Кстати, они сундуки. Много сундуков. Я думаю, наверное, когда открывать буду сундук, вылезет какая-нибудь гадость. Вот, и поменялся щит. На самом деле, с этим щитом у него и стойкость лучше, защита выше. А кувырки у нас, в принципе, такие же, поэтому особо разницы не имеет. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Я думаю, за каждый сундук мы сейчас будем чем-то рассчитываться. Пустая бутылка зелья. Отлично, мы пополним наших зеляшек. Неплохо вообще. Будем больше бухать, это вообще будет здорово. Странно, я сундуки открываю, и никто не появляется. Это подозрительно. Так, кодекс, двурухи и меч. И последнее. Осколки, магический осколок, печатанная руна малая. Ну все, в принципе, я все забрал, просто отсюда уходить. Я просто не вижу вообще, куда там еще идти можно. Никаких ни меток, ничего нет. Давай осмотримся, может быть. О, слушай, я там хп теряю. А, так и все что ли? Вот это испытание, это мне нравится испытание. Зашел, сундуки облутал, ушел. Отличное испытание. Так устал, я так устал, боже, вы не представляете. Просто суровое испытание. Аж рука вспотела. Не моя и не у меня. Не моя, не у меня, вот сказанул. Найти Антанаса и Касла в цитадели монастыря. И где они, эти гребаные монастыри, цитадели? Кстати, заметил, в прошлой серии стояла вот эта мадмуазель. Ну, портал, смотрите, портал мы закрыли, все. Получается, мы что там, вытащили кристаллы, не знаю. Давайте поговорим с ней, что она скажет. Wow. I have to admit, that was impressive. Lots of training. Sure. And taking care of that guy for you was just easy peasy. I would have managed. Well, to the victor goes the spoils. So I'll take this as a souvenir. What are you going to do with all those stone tablets? You have way too many. Let me help you out. Какие каменные таблички? Если помочь. Ну, не знаю, не знаю. Я тебе не доверяю, мадама. Ты мне доверие вообще не вызываешь. Нет, пусть лучше все при мне останется. No thanks. Fine. So long, and watch out for snakes. Интересно, если бы я дал таблички, что-то изменилось бы? Ну, не, ну понятно, что что-то бы изменилось. Так, глефа Урас. Что за глефа? Вот она. Ну-ка. Ого. Ну, очередное длинное оружие. Мне оно не подходит. Длинное, тяжелое оружие. Мне оно не нравится. Вот, мне мой рог теперь прокачанный, он теперь бьет ядом, вот. Он теперь усиленный, я у кузнеца усилил, мне бы еще, правда, доспехи бы усилить было бы неплохо. И вообще было бы все здорово. Ты че так орешь-то, я аж напугался. Как ты меня назвал? Священный проход. Крук, not kill rock. Give me a good reason why I shouldn't kill you right now. Hilka, reward! Me, you, Крэк! Да не надо мне от тебя ничего. I don't want anything from you. Урик, рак! Крок! Так, а что там в награде, подожди? Череп? Ладно, что там за награда, поговорим. Крэк,
human skull. Rohak reward. У меня этих черепов там, капец, целая куча. Ну зачем они тебе? What need have you for human skulls? Make potion, Krok! Pain, Urik, stop! Krok! Give Krok shield! Krok room spell on shield! Krogril, 15 skull aruna! Зелье, ну блин, зачем я буду врагу своему делать одолжение? I'll see what I can find. Урик! Что-то не хочу я ему, не знаю, может быть я, конечно, ошибаюсь, но я не хочу ему давать. У меня черепов там целая куча. Так, а я могу его убить вообще? Ну-ка, давай посмотрим. Могу. Так. Какой-то щит. Что за щит? Это не щит, подожди. Во. Стойкость 24, офигеть. Ну, защита слабая. Ну, как слабая, в принципе. Защита блока. Ну, стойкость очень высокая. Посмотрите, здесь 12 стойкость, а здесь 24. Два раза. И вес меньше. Ну, он маленький, правда, какой-то. Ну-ка, посмотрите вообще, что это за щит. О. Какая-то драконья чешуя. Ладно, пока что с этим погоняю, потом посмотрим, может быть, где-нибудь поэкспериментирую. Может быть, я, конечно, зря его убил. В принципе, есть такое подозрение. Да, в любой ситуации, когда ты что-то делаешь, ты всегда думаешь, что это напрасно. Поэтому, ну, он меня не вызывает никакой симпатии, собственно, какая-то девушка. Хотя девушка-то, может быть... Я же вроде подобрал щит. Он что, снова появился, что ли? Они что там с тебя дропом падают? Так, еще у нас тут есть. Не пойму, где я вышел. Так, там есть какой-то рычаг. Давайте посмотрим, что за рычаг. Нам нужно найти Касла и Антанаса. Мне кажется, я знаю, что это за рычаг, где мы выйдем. Уж врагам тем более, с врагами я сотрудничать не могу. Здесь это Роргар или Раргар какого-то. Он в любом случае противник, и он... Нечисть, поэтому... О, я знаю, где мы. Я помню, захотел сюда как-то допрыгнуть. Ага, ну, мне пока сюда не надо. Хотя, может быть, и надо. Может быть, где-то Касла там находится. Ну, ладно. Пока посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь у нас подъем какой-то есть. Посмотрим, куда этот подъем нас выведет. Ой. Так, стой, подожди, это же это, который бессмертный. Нам надо сначала его сердце отыскать. Только где оно? Так, ладно. Тогда придется с ним сразиться, или это не тот? Может быть, это не он, фиг его знает. Не, вроде он, техника та же. Ой-ой-ой, кто получал? О, вот. Нет. Ух ты! Тихо, тихо. Офигеть. Ушатал. Ладно, сейчас вернемся. Мне кажется, сердце у него... Ну, немножечко она получала. Ничего страшного, сейчас мы туда вернемся. Там, в принципе, нам никто особо воспрепятствовать не может. Очень я играю, кстати, всех отшиваю. Бабеньку отшил, этого отшил, всех отшил. Кажется, если здесь какое-то есть развитие, и... то, наверное, ни к чему хорошему это меня не приведет. Постоянно пытаюсь бакстеп сделать, он уже не умеет. Так, тихо, 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 тихо. Яд делает свое дело. Так. И вот, пошла. Где-то здесь, скорее всего. Ну, как я и думал. Опа.
Да, вон он, вижу сосуд. Вот он. Все. Теперь он смертный. Я, кстати, очень хорошо хп забирает. Можно, в принципе, отойти, он сам сдохнет. Бац! Прикольная штукенция, мне нравится. Я, конечно, хотел огнем, но огня у меня не было высокого, большой руны. Была только большая руна яда. Ну, в принципе, разницы особо нету. Главное, что урон наносится периодически. Не это самое главное. Здесь какие-то запечатанные двери. Я пока не могу их открыть. И куда нам? Ну, значит, наверх, там вроде ход был какой-то. Вот рычаг есть. Угу. На эту дверь не открывается. Там, кстати, кто-то стоит, по-моему, какой-то сюжетный NPC. Quick, take him out of here. Кого унести? Кто унести? Кто? Кто ранен? Я понял, где он. Leave me. Это кто такие? What are you doing here? We saw this shining door while running from the Rogar, so we jumped in. Could there be anything worse? We can't get back now. And the captain? He'll never forgive us. We're trapped. You escaped the Rogar and came here. And how on earth could we know where it would take us? Привет, Союз. Я не собираюсь тут всяким дезертирам помогать. You came here on your own. You'll leave on your own. Coming from you, I'd expect nothing less. Могу вас убить еще. Вот я неотзывчивая скотина. Вообще никому не помогаю. Ну, получается, я понял, где мы вышли. Единственное только, чем я могу им помочь, это расчистить дорогу. Ну, тут, кстати, никого и нету что-то. А, смотрите, нужно пройти через катакомбы и найти... Так... В катакомбах-то я был. Я только не знаю, где я там должен найти Касла. Ой, врагов, смотри, прибавилось тут. Ну... Будем думать, что это не враги. Будем думать, что это опыт. Любой враг — это потенциальный опыт. Это же, на самом деле, противник для меня не проблема. Он один? Нет, он не один, там он еще стоит. Ладно, давай его. Прыгай сюда. Правда, он стреляет, но он сейчас прыгнуть должен. Ну, прыгай. Прыгай, говорю, на меня. Есть. И сейчас он будет спиной. Есть. Все-таки то, что я ходил в катакомбах, дает о себе знать. Я очень сильно прокачался, и это заметно. Плюс прокачал оружие. Почти с одного. Можно было, кстати, второго удара не делать, он бы умер от яда. Все, хватит себя. Просто по одному удару и все. Так, а вот один надо побольше. Было не добивать, пусть бы умирал бы от яда. Ну ладно. Я сегодня добрый. Все, с этим разобрались. Всего этого ничего нету, нет. Тут, правда, еще один остался. Вот там вот был какой-то магический тоже персонаж. Вот. Которого я в свое время не смог убить. Давайте-ка я туда схожу заодно. Там был щитовик. И был какой-то, помните, какой-то то ли маг, то ли еще что-то такое, знаете, довольно-таки неприятный персонаж. Я хочу попробовать его убить. Сначала уберем щитовика, чтобы он нам не мешал. По-моему, кстати, тут два щитовика, если я не путаю. Так, этот простой.
Ну, отряда сейчас сдохнет, отлично. И там должен быть еще большой, который. Или нет большого. Я не знаю, справлюсь, нет, мне интересно просто. В прошлый раз он мне, конечно, навалял, не... навалял знатно. Он еще плюс умеет высасывать жизнь. Ну ладно, пошли. Он вроде здесь один. Он, походу, будет высасывать из меня, пока я не кончусь, да? Ага. Так, и убить его, походу, не получится, да? Ладно, давай сначала здорового уберем, чтобы он не мешал. Ну, яд! Слушайте, яд — это очень хорошая тема. Ой-ой-ой. Из меня этот козел сосет. Слушайте, ну этот щит прям вообще тема. Он хорошо спасает. Я бы тут, конечно, взял, но, блин, того с... немножечко, получается, он мне будет пробиваться. Конечно, хотя это, по сути, не сильно, но зато у него стойкость хорошая. То бишь, такие меня пробивать тоже не будут. Я буду спокойно себе стоять. Так, ну что, попробуем его убить. В принципе, жизни у меня вроде хватает. Если какое-то испытание есть. Ну что, бежать тебе больше некуда. Умри! Есть. Что это? Оу, блин, офигеть. Да прикиньте, да, вот если бы я вначале бы с ним дрался, а потом в конце он бы так взорвался, я бы умер. Двурогий щит, это что еще такое? Так, что за двурогий щит? Оу. Так, смотрим разницу. Вот меня с этим я бегаю. Защита 10, стойкость 12. Стойка 61. Офигеть. Защита блока. Ну, 95 защита блока. Не, ну у него другие показатели. У него еще плюс ячейки есть на прокачку. Блин, слушайте, ну он правда тяжелый. Ну-ка. Да и, кстати, я за счет своего кольца, которое надел, оно очень сильно довольно-таки смещает. Если я сейчас его уберу, конечно, я буду очень сильно тяжелым. Ну, конечно, я буду немножко удара пропускать, но, блин, стойкость. Меня просто будет не вы... меня будет невозможно выбить этот щит, я, то бишь, не упаду и так далее. Блин, вот это хорошо, что я сюда заглянул. И больше вроде здесь ничего и нету, да? Ладно, никаких больше примочек нету, тогда, получается, нам надо возвращаться назад. Не, ну вообще написано найти Антаноса и Касла в цитадели монастыря. А почему тогда написано, что искать в катакомбах? Ну там внизу было помечено. Блин. Опять вот эти сраные... Ну, конечно, рано, я понятное дело, что в катакомбу мне не надо было ходить. По факту мне там по сюжету делать нечего было. О. No. You see, it was looking for me. And now it's found me. Will it help me travel dimensions? No, but it will let me. Should you need any runes crafted, I'll be there for you. Так, ну что ж, давай прокачаемся. Фух, так, малые руны. Мы, кстати, еще можем вот какими-то очками прокачивать. Если честно, ну... Вот видите, снизу вот так вот чпоньк. Может быть, это шанс тогда выпадения хорошей руны будет. Малые руны пока не буду использовать. Руна. Что там за руна? Ой, зря вышел. We meet again. О, мы куда-то перемеслись в другое место. Так, давай. Что мы можем прокачать еще? Топор у меня получается прокачанный. Здесь, в принципе, ничего нового я не поставлю, скорее всего. Щит можно, да? Там на щите у нас там три ячейки для прокачки. Блок защиты от магии. Так. Ну от яда надо, потому что здесь и пауки всякие есть. От огня бы я бы еще, может быть, поставил. Руна удачи. Защищает
Затраты энергии на блок. Давай, сделаем одну. Я так не, потому что здесь все-таки огненные противники тоже периодически попадаются. Вот, давай, все. Самое усилие на щит. Дальше, что мы еще можем сделать? Есть одна ячейка, давай. Так. Есть что-нибудь просто, не знаю, физического какого-нибудь. Руна от физической защиты повышающая. Дополнительное место для снаряжения. Это как понимать? Это вес у меня уменьшается или что это такое? Удачи какие-то. Давай малую руну защиты от огня поставим. Так, сюда поставим. Давай руну от яда опять же. Так, грифоны я тут втыкал. Отлично. Шлем. Стой, 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 подожди, не-не-не. Давай против магии маленечко, тоже бонус. Все, так вот немножечко наздрючились. Ну, немножко того, и в итоге прирост. В итоге, как ни крути, я все равно ушел в защиту. Я ушел в стандартного своего персонажа, которым я люблю играть. У меня такой довольно-таки получается тяжеленький, но при этом очень сильно защищенный. И это, безусловно, мне нравится. Я, если честно, не знаю, туда ли мне надо идти. Вообще ли я иду ли правильно, но я знаю точно, мне надо сейчас подойти к кристаллу и прокачаться. Так, секунду, прежде чем выходить, я еще хочу проверить, я кое-что забыл. Сейчас. Я, в общем, вернулся к месту битвы с боссом. Вот, проверил все ходы, которые здесь есть. Но тут все запечатано. Вот это место меня напрягает. Интересно, я туда, если спущусь, я умру? Или это, может быть, какой-то портал будет, а? Просто все-таки меня смущает то, что найти Антанаса и Касла в цитадели монастыря. Я сейчас пойду быстренько прокачаюсь. Ой, блин, напугал меня. Ну, да. Прокачаюсь быстренько и попробую туда провалиться. Но мне кажется, скорее всего, результат я знаю, какой будет, но проверить нужно. Вот, прежде чем я буду куда-то уходить. Так. Получается, надо единицу веры прокачать. Отлично. Чтобы мы смогли прокачать наши умения. Так. Блин, чуть-чуть не хватило, зря я потратил опыт на очки показателей. Сейчас бы одно. Но мы в любом случае можем немножко улучшить. И молитву. Что мы, если увеличим? Что нам это добавит? Так, стой, не туда. Да блин, куда ты ее вымотала? Вот. Так, ну, давай прокачаем. Скорее всего, молитва у нас будет этот наш дух стоять дольше, мне кажется. Так, неподвижный клон, отвлекающий на себя внимание противника, постепенно восстанавливает здоровье. Ага, это вот он вообще так он мог, или это он только с прокачки третьего? Я не знал. Ладно, все, теперь идем экспериментировать, что у нас сейчас получится. Умирать, если что, теперь не страшно. Очки, ой. Очки я потратил. Так что интересно, что получится. Но мне кажется, скорее всего, ничего хорошего. Давай проверим. Ну, написано портал. Наверное, портал, я проверю. Ага. Раскатал губень до самых, не знаю, границ вообще. Ясно. Значит, теория провалилась с крахом. Ладно. Так. Тогда надо идти в район опять этих гребаных катакомб. Я, если честно, просто не знаю, где там что. Ну, может быть, там где-то касла будет стоять рядом там. Рядом там. Ну, то бишь, рядом здесь, рядом тут, да? Фиг его знает. А может быть, и без Б. Короче, если честно, не знаю. Ну, давайте тогда увидимся возле катакомб. Так, я вот вышел, и тут какие-то стоны начали. Вот, видите, да? Кто стонет, я только... А, во! You need some help. For that, it is too late.
I guess this place is a good place to die. What happened here? We escaped through the catacombs. There's an ancient path which leads to the cellar of the Citadel. I did not make it. The others jumped into this open pathway. You were on the other side. Why? I stopped the Rogar attacks. So there's still hope. You have to tell Antanas. Maybe then he will stop doing these. What? Go through catacombs. And Antanas, you see. Сейчас капутился. В общем, получается, нам сюда. Ну блин, я в катакомбах же ходил, я просто не могу понять, что я там где, может сейчас для меня что-то новое. Ой, ах ты ж подолец ты, поддонок. Воу-воу, ребята, давайте. Блин, энергия только что-то очень быстро кончается у меня. Надо за это стойкость прокачивать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, спокойно, спокойно. Ай, да выйди ты отсюда! Все, убили меня. А самое печальное, я, по-моему, здесь не сохранился. Ха-ха-ха, суки. Что-то как-то очень быстро у меня выносливость кончается, надо это исправлять. У меня все кончается до того момента, как я это... А, нет, смотри, я здесь. Отлично. Ну что ж, тогда, падлы, сейчас мы с вами поговорим. Так, давай тогда молитву. Так. Вот вам манука. Все, этот сейчас сдохнет. А типа, когда мы развлекались, отлично. С приключением цели здесь какие-то явные проблемы. Они меня убить, наверное, не убьют. У них очень урод слабый. Так. Есть. Интересно, я выдержу удар этого здоровяка, нет? Давай проверим. Ну, в смысле, я на щит, если я приму. Потому что раньше у меня всегда сбивала стойкость. Давай посмотрим, что будет. Ну-ка. Нет. Щитом он меня сносит, как и раньше. Что, понравилось, что ли, да? Ну, давай еще раз. Против него особо не... Да что за ерунда-то вообще? Ладно. На тебе вот. Мой образ. Тренируйся. Так. Один удар, и я его почти... Сейчас он будет это, наплясывать. Ладно, подождем. Пока его там немножко яд поколотит. Долго же он крутится, а? Все. Он никакой не проблемный уже для меня. О, смотри, противник наверху. А тебя раньше не было. Только вопрос, как мне к тебе попасть? О, отлично. Ты сам решил свою судьбу. И там, смотрите, какие-то это, свиточки есть. Но мне кажется, значит, получается, надо как-то через катакомбы туда попасть. Блин, опять эти катакомбы. Да ну нафиг, а. Я просто сейчас иду и пытаюсь вспомнить, где я тут что забыл. Где я тут что... Какие-то, может быть, двери есть. Может быть... Ну сейчас, ладно, зайдем внутрь. Может быть, я сейчас здесь кого-то встречу.
Так, ясно, ладно, в общем, естественно, здесь нас никто не встречает. Нужно пройти, ну, я помню, там какой-то выход был. Может быть, там к тому выходу надо будет. Ну, в общем, ладно. Значит, на этом я пока закончу. Опять нас ждут эти сраные катакомбы. Мать их за ногу, чтобы они провалились. Они меня бесят, они меня надоели, они мне не нравятся. Ну да ладно. Ничего страшного. Мы теперь прокачаны, мы теперь сильны, мы теперь мощные. Мы всех победим. Всем, ребята, желаю хорошего настроения. Играть только в хорошие игры. И всем морковка.